До начала матча считанные секунды, торжественное построение. Болельщики в ожидании красивой игры. Но перед ее началом представители общественной организации «Синий туман» вручили памятную плакетку и традиционную рынду лучшему игроку нынешнего сезона. По мнению болельщиков, защитнику Станиславу Резнику. Первый тайм выдался жарким. Махачкалинская команда очень грамотно играла в обороне. Черноморец часто утыкался в защитные редуты гостей из Дагестана. Но и хозяева поля тоже не оставались в долгу и создавали опасные моменты у ворот соперника. Защитником черноморца был Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России. Это был его первый матч за новороссийскую команду. И в первом тайме он спас команду от гола. Программу, которую мы перед собой ставили, попасть в пятерку, мы выполнили. Ниже пятого места точно не опустимся. Есть вариант, есть шанс уцепиться за четвертое место. Сейчас посмотрим, не все будет уже от нас зависеть. Еще зависит от того, как сыграют наши соперники в параллельном матче. Но действия черноморца были не совсем удачны. Видимо, мысли о приближающемся отпуске давали о себе знать, что сразу же сказалось на отсутствии собранности и концентрации в игре. Правда, во втором тайме, набравший сил, черноморец бросился в атаку. На 50-й минуте Станислав Черчесов допустил грубейшую ошибку на выходе, и соперник «Анжи-2» распечатали наши ворота. Счет стал 0-1. И вот заброс к штрафной. Черчесов выходит из ворот, ошибается, и это гол забивает «Анжи-2». После забитого мяча игроки черноморца, казалось бы, должны были отыграться, взять ситуацию в свои руки. Ребята старались сравнять счет, и для этого были хорошие попытки, но, к сожалению, не получилось. В итоге поражение 0-1. Черноморец на пятом месте таблицы, как и в прошлом сезоне. Следующий сезон начнется для наших футболистов уже после чемпионата мира. Игра у нас не получилась сегодня, прежде всего первый тайм. Минимум моментов, минимум каких-то действий осмысленных, поэтому и впереди не цеплялись, и в обороне играли с ошибками, полностью провалили первый тайм, и начало второго то же самое, так вроде территории владели, но создать ничего не могли, только тогда, когда уже перешли на игру в три защитника, когда уже вышли там Касьянов, Пономарев, молодые ребята, когда вышли, уже тогда что-то стало получаться, стали использовать фланги, Юдин пошел вперед, и где-то здесь мы уже могли отыграться. А так, конечно, печально, что на такой ноте мы завершаем сезон. Алина Калмыкова, Петр Йоркин, Новая Россия.